Минусы, в итоге вот что мы видим. В итоге мы видим, что ПЛ в итоге всех перебил, да? Да, причем он настолько себя уверенно чувствует, что просто Эгиду отдают Вайперу, который сейчас с Шивой... его прикупил. Да, он сейчас пойдет просто вперед. Ой, невезуха. Неловкая невезуха. Да. Просто Пак тоже Шиву прикупил. Так бывает, так бывает. Так происходит. Ну, знаете, в новых командах, ребята, там бывают иногда проблемы с коммуникацией. Чуть-чуть договорились. Ну, они радиоактивки собирают, видишь? Да, 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 конечно. И разведка, Роман. У меня как-то был тинкер недавно в команде, который пока Шива разворачивал,